привет! Сегодня будем делать обзор посылки товаров, заказанных на сайте Мыло Оп. Как всегда, накладная для стирки товаров. И потом я заказала такие 5 бутыльков глицерина, каждый по 100 грамм, производство Германия. Такие пластиковые бутыльки белые, 30 миллилитров. Такими крышечками. Решила попробовать и заказала вот такие пластик силиконовые, простите, молды для вплавки мыла. Честно говоря, думала, они будут покрупнее, но надеюсь, мыло получится красивое. Пластиковая форма ягоды. Пипетка пластиковая на 3 мл. Мыльная основа производства Великобритании. 1 кг прозрачная. И 3 бутылька фиксатора запаха. Производство Германия. 10 мл. Посылка этот раз пришла очень быстро. На 4-й день. Все хорошо. Спасибо большое. Будем еще делать обязательно заказы на этом сайте. Всем пока!